Перед тем, как мы перейдем к делу, не забываем поставить большой пальчик вверх под этим видео, иначе вот эта порча появится у вас под кроватью и будет очень страшно вонять по ночам. Так, я вас предупредил. Поехали. Первым делом создаем новый мир. В разделе сидов удаляем циферки, пишем следующие цифры. 9, 4, 7, 7, 8, 6, 7, 8, 4. Enter, проверяем. 9, 4, 7, 7, 8, 6, 7, 8, 4. Дальше. Размер средний. Сложное зло обязательно коррумпированное. Сложность любая. Название любое. Поехали. Вторым делом заходим в этот мир. И драпаем все время налево, пока не встретим... Как он там называют? Ты скажи, я скажу. Джунглевый биом. Во. Где-то далеко на западе. Если кто не понял, запад — это когда ты летишь налево. Окей. Здесь пошли вот джунгли. Теперь внимательно смотрим за руками и внимательно изучаем окрестности. Вот. Первая пещера на поверхности. Нам эта пещера не нужна. Летим дальше. Сейчас будет вторая пещера на поверхности. А где-то тут. Ну-кася-накася. Замедляемся. Чтобы не пролететь мимо, как обычно. А то я герон умеет такие фокусы делать. Пошел. Так, бодренько. Хопа. И заходим сюда. Здесь проверяем всякие сундуки. Да где же сундуки-то? А, вот. Подсвечивается. Отлично. Вот он. Как называется? В общем, вот она, ваша злая дудка. Зачарование это озлобленности дает плюс 3% урона. Кстати, шикарный способ обойти санкции от Стима, суть которых в том, что вы не можете купить игру из России. Совсем-совсем. Но все игры в Стиме работают как обычно. Поэтому можно зайти в geronshop.ru, купить Minecraft, и сотни стимовских игр дешевле, чем в Стиме, к тому же, и активировать их как обычно. И тем самым обойти любые санкции. Классно, клево, интересно. Вот такие дела. Там же есть еще всякие VPN, читы под ваши любимые видеоигры и прочее. Все ссылки в описании жду вас там. Также не забывайте, что вступать в наш Discord и также вступать в наш Telegram-канал, в котором много всякого. Все ссылки в описании жду вас там.